Вы знаете, что это такое за растение? Принесла заловка и сказала, что она богата витамином С. Но я попробовала, оно невкусное. Мне кажется, что это шиповник, но она не знает. По-турецки ииде. ИИД называется. Я его попробовала, ну, конечно, неприятный такой на вкус, но раз витамина С много, буду кушать, давиться. А вы знаете, что это за такое вот непонятно что? Фрукт это или овощи это или что это такое? Она говорит, хранить его надо на балконе в открытом виде, в открытой посуде такой широкой. Ну вот посмотрим сейчас. Напишите в комментариях, что это за растение.